Всем привет! Это третья часть ударный отряд котят. Да, я опять не один, а с братом поздороваюсь. Всем привет! Го-го-го-го. Как вы помните, мы в лесу прошли. Это не леса, леса. А, стоп, блин, сейчас. Кстати, напишите комментарий, это лиса или фокзила? По мне, он не фокзила. Фокзила, я думаю, где-то серенький. Кстати, в прошлый раз мы так их и не прокачали. Ничего себе. Мы только бег будем качать, потому что вы видели, что там с бегом у нас. Да, кстати. Так мы ничего не возьмем. Так, Валю, одежду взяли, молоко взяли. Деремся. И... Да. Ничего толком не сделали. На этот уровень мы еще не готовы. Может, еще тренируемся? Ну, не удавайте. Опять побегаем. Так, прыжок. На картинке котята собрались такие. Все, не будем. Да, да, да. Молоко. Да. Молоко. Все, один остался. Босса мы не выиграли. Блин, я ненавижу. Знаете, в конце за вами будет дух идти. Если он вас догонит, он вас убьет. С одного раза. Мне это раздражает, если честно. Как от него тогда убежать? Ну, это будет какого-то там, не знаю, динозаврик, что ли, по мне это. Бьем, и он будет гнаться. Сейчас, если его зарулим, это девчоночку. Какой еще? Какой? Фух. И мы будем играть по очереди. Нихуя, какая ямочка. А я сейчас буду их одевать. Дальше. Топор. А он у нас топ... в смысле не плащит. Старт. Теперь играет мой брат Ильяс. Пошел. Ой. Сори. Что это было? Это был ты. Ля-ля-ля. Блин, зачем ты его перепрыгнул? У него же щиты. Чё? Щит был. Сори за остановку. Ой. Что это такое? Просто экран сложно настраивать. Нет. О боже. Дринк. Что таки? Я тебе пошли. У нас есть... На. Блин, опять оружие. Вы издеваетесь. Ты чего сражался? Молочко. Наши котята не будут пить молоко. Что? Куда они упали? Теперь мы, браты. Да, погнали. Бей его, нам надо щит выбить. Ладно, перепрыгивай всех, чтобы пройти этого. Да. У нас одежда ее здесь. Просто всех перепрыгивай, чтобы забрать. Я думала, они перепрыгивали. А их уже не перепрыгнули, да? Да. Все-таки надо качать. Нифига себе, они наших троих надо... Все-таки наших котят надо качать. Конечно. Сейчас, когда сильно прокачаем... Качать наверняка... до... Качать до полного. Щит! Зря. Все, они у нас... Шарф Гарри Пурна. Гарри Поттер. Гарри Пурна. Так, бурлит.
сидит, у нас полный вид. А откуда этот шарф? А и зачем? Что это? Гарри Поттер? Ой, там еще есть у Гарри Поттера такая смешная. Он, когда ему даешь палочку, он тын-дым делает. Да. Магию, блин. Я знаю, кстати. Один остался сильный. Прыгай вниз. Эй, да. Что? Он его палкой побил, а не копьем. У него даже копье не дотронулось. Что там было сейчас? Да. Продолжаем мы, продолжаем. Зовемся. Сисиндры. Боже. Ангел. Убийцы ангелы. С этим платьюшком и лифчиком. Ага, блин, не говори. Побежали. Бик-бик, чики-чики, бики, чука, бунни, бунни. Ух. Там молоко. Ай-яй. Да, я думал, ты не перепрыгнешь. Опять молоко пропустили. Что за волшебник? Старый. Чуть-чуть. С ними надо драться. Нифига себе дают. Дедушка. Все правильно. Палкой своей просто бумс. Как все обычно делают. Палочкой. Сверху. Но это надо... Вампиризм! Что за бомб? Не надо! Он был прикольный. Да зачем нам прикольный? О, блин. Кровавый вампиризм. Мы меняемся. И напишите опять в комментариях, кто лучше играет. А. Ключ! Бери! Мы сундук в этой катке будем открывать. Чё? Ты нормальный, как собака. Вроде бы один оставался. В смысле? В смысле? Чё? Чё там было написано? Повода на мяча и попалась. Что? Слышь, разработчики, слышите? Издеваются. Сейчас котлетки с пирожкой.
коробочке Клим. Ну, давай, будь здоров, будь здоров. Встретимся на обеде. Продолжаем. У нас музыкальное шоу было. И напишите, кто лучше сыграл. Да? Да. До свидания, котлетки. Нифига себе, что с пем-пем. Ну, одежда почему-то там. Дринк, нас затащили. Ну и всем пока! С вами был Бекир и мой брат Ильяс. Всем пока!